Всем привет! Сегодня я расскажу про то, как я прокачал свой гараж. Когда у меня в гараже появились мыши, что я сделал? Пойдемте покажу. А сделал я вот такие вот отдушины с этой стороны. И вот с этой стороны. Для того, чтобы грызуны сюда всякие не забегали. Я думал то, что они бегают от соседей, но они бегали не от соседей, они, оказывается, бегали с улицы. После того, как я сделал вот эти вот полки для колес, я сделал еще полок из уголка для того, чтобы складывать свой хлам. По поводу полок хочу показать, как я их сварил. Вот видим то, что я приваривал трубу вот здесь вот, чтобы полки не расходились, так сказать, домиком. То есть если они были прямо от стенки идут, то их когда прикручиваешь, они идут вот так немножко наискось. Пришлось их скреплять их трубой между друг другом, чтобы полки не расходились и были ровны. Я обварил здесь, также обваривал вот здесь, прихватывал полностью по кругу уголка, вот как видно, и на анкера пробил в стенку, так сказать, и прикрутил к стенке уголки. Вот такие вот получились полки. Купил я новые электроды MR3 ESAP. Разжигаются легко, варить ими очень нравится. Покупал я их на развес. Есть такая фишка у нас, не знаю, как у в других городах, но у нас можно их покупать на развес. Такая вот произошла модернизация гаража. Больше пока никаких изменений не произошло. А, и да, что еще хочу сказать. Вот у меня, короче, дрова в гараже. И я вот такую вот штуку себе сделал. Бочку открываешь, все, и дрова там можно хранить. В планах сделать сюда шпингалет, чтобы он не открывался. Дальше в планах делать крышу. Ну и, короче, дальше заниматься гаражом. Вот такая вот произошла модернизация гаража. Думаю, это вам было интересно и полезно. Не забывайте оставлять комментарии, ставить лайки, подписываться на мой канал, жмакать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До новых встреч. Пока.